Всем привет! Мы были в магазине Ашан. Ездили мы туда за куклой для моей племянницы уже к Новому году. Ездила моя сестра с нами. Сейчас вам покажу, какую мы взяли куклу. В общем, эта кукла у нас... Так, вот вам ее показать бы. Вот такая вот кукла. Карапуз. Так, что она делает? Я пью и писаю. Покорми меня из ложечки. Меня можно купать. И волшебный горшочек. Нажми. Вот нажимаем на кнопочку. Тут как смывается в унитазе звук. Вот такая вот кукла. Она стоила... Так... 2150 рублей. Здесь идет вот тарелочка с ложечкой, сменная одежка, бутылочка, ну, в него наливать воды, горшочек. Так, и еще что-то там идет у нас. Не вижу я. Что-то еще идет. Соска, наверное. И сам вот такой вот пупс. Вот такая вот кукла. Так, мы были в Ашане, в светофоре, и заезжали в низко цен. Сейчас покажу вам в светофоре вот этот я сыр взяла, который мне очень-очень понравился. Сыр российский. За килограмм 352 рубля. Здесь 982 грамм на 346 рублей. Как бы дороговато, но он того стоит. Хороший, вкусный сыр. Потом я взяла вот такой сыр косичка. Я уже там его брала. Здесь на 94 рубля. Так, здесь 292 грамма. Вот такой вот сыр. Ну, все его знают. И также взяли мы тесто. К сожалению, тесто я не помню, сколько стоит. Рублей, наверное, 30 или 40. Тесто слоеное, пресное. Здесь две пластины теста. Хотим сделать пиццу. Такое вот тесто. Так, и что мы купили в низко цене? В низко цене купили такие семечки по 36 рублей обычные. Так, молодой человек еще взял виноград. Виноград у нас по 98 или по 99 рублей подорожал. Семечки такие вот джин по 116 рублей. И взяла куриное яйцо по 54 рубля. Здесь десяток. Десяток яиц. Так, что мы купили в Ашане? Сестра взяла вот такие вот рабочие тетрадки, я вам уже показывала. Я ее брала, и она в этот раз взяла по 29 рублей. Они 5-6 лет подходят детям. Такие всякие развивашки. Люди каких профессий пользуются этими предметами? Например, вот здесь, да? Интересно. В общем. Либо вот бабушка связала трем внучкам носочки. Сколько носочков она связала? Дорисуй нужное количество носочков. И вот такую вот тоже взяла. Ну, в общем, вы поняли. Так, молодой человек взял... Какой-то крюк. Не знаю, для чего ему нужно. 14 рублей. Потом дюбель 14 рублей. Потом дюбель гвоздь 19 рублей. И дюбель Д или П пропилено. В общем, вот такой вот какой-то еще взял. По 14 рублей. Вот такой взял. Взяли нашему котику корм для стерилизованных кошек и котов Фриски с 259 рублей, самый дешевый. Так, сестра моя взяла вот такие вот пакетики. По 3 рубля вот такой вот пакет. Взяла потом вот такой вот с ручкой, такой пластиковой, по 16 рублей. И я себе взяла 22 рубля, он чуть-чуть побольше, с пандой. Вот такой вот. Иногда нужно такие пакетики, чтобы были. Так, взяла такую вот свою любимую ветчину по 171 рублю. Ветчина куриная Курмилова. Сипка Уласа. И взяла еще вот такую вот
Кормилово тоже славяночка. Колбаса варено-копченая из мяса птицы. Взяла. Сестра нам еще посоветовала вот такой вот сыр. Тюкалинский колбасный сыр. Так. А почем этот у нас сыр? Палочка, в общем, здесь 730 рублей на 154 рубля. Вот такой вот сырочек. Так, полбулочки хлеба. Это у нас урожайный, 14 рублей. Потом взяли вот такой вот хлеб бездрожжевой. Богородский. По 26 рублей булочка. Также взяла морскую капусту, вот такой вот салатик, по 25 рублей он. Мне нравится, вкусный, без майонеза, без всяких добавок. И взяли вот такой вот авокадо. Один авокадо вышел на 55 рублей. У меня сестра его не пробовала, говорит, давай возьмем. Ты это самое пробовала. А я нет, говорит, давай возьмем. Ну вот, взяла. Так, потом взяли вот такую вот капусту. Капуста красная по 38 рублей за килограмм. Здесь килограмм 72 грамма на 41 рубль. Салатик я люблю делать из этой капусты. Мне очень нравится. Так, взяли яблоки. Вот эти яблоки вообще классные. Так. По 46 рублей. Вот они самые дешевые. Здесь килограмм 262 грамм на 58 рублей. Они такие, знаете, вот такие маленькие. Красно-зеленые, и они очень сочные, очень вкусные. Вот написано просто яблоки, сорт не написан. Также у нас в Ашане появились мандарины. Я как раз подошла, и там мужчина, в общем, высыпал вот такие вот свежие мандаринки. Мандарины у нас по 79 рублей. Здесь килограмм 114 грамм на 88 рублей. Будем кушать. И сегодня в Ашане очень много было всяких дегустаций. Так, печенье. Взяла я печенье вот такое. Печенье славянское. 171 рубль за килограмм. 274 грамма на 46 рублей. Вот такие вот они. Там у них сгущенка, начинка. Здесь. И также взяла сочники вот такие вот. Они у нас по 205 рублей за килограмм. Здесь 170 грамм на 34 рубля. Такие вот. Так, ну вроде бы все вам показала. Вот такие у меня были небольшие покупки. Всем приятного дня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и будет больше видео. Всем пока-пока.